Привет, Вселенная! Это Сергей Ульянов. Сегодня у нас что? 17 уже, ого. Господи, уже 17 августа. Как же время летит. И сколько времени-то? 5:29 PM. И я Сергей Ульянов. Смотрите, кстати говоря, я случайно только что поднял голову и вот что увидел. Вы видите? Я не понимаю, что значит первое слово, но второе и третье это food tax. Короче, в Америке здесь есть такая тема, очень дорогая реклама, она вот делается из пролетают такие, да, самолеты, вертолеты и создают в воздухе вот такие тексты. По-моему, очень круто. Первый раз такое в жизни вижу. Сам воодушевлен очень сильно, но воодушевление мое не видно, потому что мне сегодня очень сильно болит голова. Я вообще сегодня очень себя плохо чувствую. Проснулся с утра от того, что раскалывается, точнее, вообще голова заболела вот, наверное, только сейчас, пока ехал. А утром проснулся от того, что просто все ломит, кости ломит, не могу просто встать, очень сильно устал. Из-за этого у меня сегодня был относительно такой день, что я мог, в принципе, сегодня ничего не делать, только все дела, которые у меня сегодня были запланированы, я их сам себе запланировал, ну, то есть... От меня никто не ждал нигде, ну, то есть, я мог не делать ничего, но, в общем, я думал, ой, ну, прекрасно, я, наверное, сегодня полежу и ничего не буду делать, потому что просто вообще никакой. Ну, конечно же, херс 2, ничего не получилось. Поэтому, в общем, я весь день проработал, потом про это расскажу, что я там работал, это все пока сейчас не касается темы этого видео, раз уже сюда доехал. Ну, у меня на вечер была запланирована прививка. Первая в Америке я себе делаю прививку. И раз уж я доехал до сюда, я планировал вообще снять видео по прививкам в Америке. Думал это сделать отдельно, но уж раз доехал, сниму прямо сейчас, вам расскажу о том, что в Америке есть целый перечень прививок. Я не знаю, как вы к ним относитесь. Мне, если честно... Я тут не собираюсь в никакую полемику вступать. Кому надо, тот посмотрит это видео, сделает. Кому не надо, можете просто не включать это видео, не смотреть. Я себе сделал, когда был в Беларуси, все прививки, которые там надо было. Гепатит А, гепатит Б, корь, желтуха. Короче, я сделал все. Некоторые прививки делаются раз в 10 лет. Я понял, что некоторые прививки не делал уже лет 20, поэтому... В прошлом, позапрошлом году сделал очень большое количество прививок. В этом году дважды приехал в Украину, когда переехал жить в Украину, сделал себе первую прививку Pfizer от ковида. Потом наступила война, мне пришлось уезжать, я переехал в Турцию. И в Турции я им показал, что у меня уже была сделана первая прививка от ковида. Они сказали, что нас это не интересует. Делайте еще раз все с самого начала. Получается, я сделал еще две прививки от ковида, так что у меня три прививки от ковида, и осенью нужно будет делать бустер. Уже скоро, кстати, через месяц. Уже прошло 5 месяцев с первой прививки. В Америке есть особенные прививки. Это, например, вируса папилломы человека. Это, по-моему, называется PHC или как-то так. Я ссылку на все прививки, которые необходимо сделать, выложу в подписи. И она делается здесь бесплатно, если у вас есть медицинская страховка, также против гепатита А и гепатита Б, также делается бесплатно. Пока я же разбирался со своей медицинской страховкой, я уже записывал об этом видео, я для себя открыл о том, что есть в Америке LGBT Center, который помогает геям, лесбиянкам, транссексуалам, прочим ЛГБТ-персонам и квир-гендерным персонам заниматься их здоровьем. И я вот уже снимал видео о том, как я сюда приехал, сделал тест на ВИЧ, тест на венерические заболевания. Вот, обещал показать вам результаты. Вот давайте прямо сейчас посмотрим с вами все по-честному. Вот мое приложение, вот у меня есть целая подпапочка в айфоне со здоровьем. Сейчас вот мы зайдем сюда. Да. Надо же немножко эпатажа, да, внедрять в свои видосы. Вот. Значит, вот, documents. Нет, не documents. Вот, results. Вот, HIV. Видите, negative.
Дальше, что тут у меня есть? Я вот вообще не знаю, ректал. Ну, тут понятно, это ректальное, да, что какой-то короче, вы поняли, тоже все негатив. Здесь тоже все негатив. В общем, все прекрасно. Здесь тоже все у меня. Non-reactive. Короче, все прекрасно. Я, собственно, и не волновался. Да. Поэтому вот, сегодня я приехал делать против вируса папилломы человека. И еще есть здесь такая распространенная тема monkeypox. Как же это переводится? Обезьянье, что? Monkeypox. А, вот, оспа. Вот. Ее здесь рекомендуют особенно делать геям. Ну, я гей, что ж мне не сделать-то. Вот, сегодня мы идем делать, вообще их будет прививки 3, насколько я понял, против вируса папилломы человека, так как я уже гепатит А и гепатит Б вакцинировал. Буду сегодня делать первую прививку. Вот мы приехал я вот сюда же. Я уже вам показывал это место. Ну, как бы, да, ЛГБТ-центр выглядит себе не хухры-мухры, да? Сейчас вместе с вами туда сходим. Может быть, получится, я вам покажу, как изнутри это будет выглядеть, процесс, как эта прививка делается. Вот, вообще, в принципе, ничего особенного. По поводу остальных прививок, вы по ссылочке внизу переходите, все увидите, там прям все написано. Поднимаемся мы снова на третий этаж. По поводу вот то, что не входит в этот список, бесплатно получить против... Короче, мне сказали, что съемка здесь запрещена. Ну, а телефонные разговоры разрешены, да? Если представить, что это был прямой эфир. От Серега, Серега. Ладно. Основную информацию вам я рассказал. Все, не будем нарушать закон. Я сюда подошел к электронному табло записаться. Ну еще вот мне сделать прививки. Вернусь скоро. Ну что, сделал я себе все сделал. Если вы смотрели мое прошлое видео про вакцинацию, то процесс вы знаете, нового ничего не произошло. Сделали мне эту вакцину, и следующая вакцина будет через 2 месяца. Третья вакцина против вируса папилломы человека через 6 месяцев от сегодняшнего дня. Мне туда нужно будет записываться, чтобы сделать ее снова по телефону. Нужно будет позвонить и предварительно записаться. Такие дела. Я задал вопрос по поводу вакцины гепатит А, потому что я не уверен, точно ли я ее себе сделал в Беларуси или нет. И задал вопрос врачу, и вот вы сейчас будете в шоке. Врач посмотрела мой профайл и говорит, вы ее делали в 2006 году. То есть, если вы делали в 2006 году, вам сейчас не надо. Я говорю, откуда вы достали эту информацию? Она говорит, ну, эту информацию мы получили из медицинских источников, там, которые вы вводили, когда приезжали сюда в прошлый раз. А я приезжал сюда никогда раньше. Короче, это вам на подумать, короче, информация. Даже я об этом не знаю, о том, что я точно знаю, что я в 2020 году делал прививку от гепатита Б, возможно, и от А тоже. А в Америке знаю, что я делал в 2006 году прививку от гепатита Б и А. Короче,
Мне сказали, что если я хочу проверить свои результаты, у меня будет 16 сентября встреча, что-то как-то это, по-моему, называется primary care. В общем, я буду встречаться, сколько я понимаю, типа как будто бы со своим врачом вот в этой организации, типа как с терапевтом. Я ей расскажу про все, что меня беспокоит, там, про свои камни в почках, там, про свой полипозный синусит в носовых пазухах, про то, что мне нужно раз в год проверять, делать МРТ. Там у меня в прошлом году было подозрение на... Господи, на... Ну, в общем, на болезнь, связанную с нервной системой. Сейчас забыл название. Ну, короче, я все это ей расскажу, все скажу, что мне надо. И это будет 16 числа. Да, не скоро, 16 сентября, но это будет. Вот. Еще, я не знаю, насколько это вам важно, но я все равно об этом расскажу. Я еще буду делать против обезьяньей оспы прививку, когда появится запись. И я вам говорил, что буду делать бустер от ковида. Вот. И мне сказали очень важно, что если вы будете делать прививку monkeypox, да, вот эту против обезьяньей оспы, то следующая, то прививка бустер от ковида должна быть не раньше 6 недель и не позже 6 недель после вот этой monkeypox, прививки monkeypox. Вот такая информация. Это и себе, и тебе я рассказываю. Вот. Если тебе было это интересно, все полезно, и ты получил, в общем, да, удовольствие от просмотра или получила, ставь лайк, подписывайся на канал, подписывайся на мои соцсети, там везде разный контент уникальный. Инстаграм, Твиттер я особенно люблю, и Телеграм. Ну и все остальное уже на твое усмотрение. И если что-то было полезно, можешь задонатить мне. Все ссылочки есть внизу. Обнял, будь здоров, будь здорова. Всего хорошего, на связи. А я немножко посидел на асфальте. Буду двигаться дальше по своим делам.